Всем привет, это Джиллиан Грант. Немножко хотел поговорить о шумоизоляции. Здесь вот такой вот пролом приклеенный. Шумка, кстати, не отваливается. Вот. В стойках вот такая штучка приклеена, шумоизоляция. Также она и в дверях, и в задних арках. По поводу багажника, они вот так это сделали, тоже такой же поролончик, туда засунули вибропласт. Вот, я как понимаю, что у китайцев, смотря какая у тебя комплектация, и шумка от этого отличается. Вот такой поролон там стоит у нас. Вот. И еще фишки Джиллиан Гранта сейчас покажу. Быстренько. К примеру, окна все открыты. Сейчас открою окна. Я ухожу из машины и ставлю ее на сигнализацию. Вот, ставлю на сигнализацию. Руку подставил. Она еще раз пробует закрыть, не получается. Она сама сигнализирует, что не может закрыться. Вот. Но с двери закрылись. Я ее сейчас открою. Вот, еще фишки Джиллиан Гранта. Ты начинаешь баловаться, к примеру, замочком. Балуешься, балуешься, балуешься. Все, он перестает работать. Через минуту начинает работать. Если бы, наверное, моторчик не перегрелся, открытие-закрытие. Кстати, все 4 стеклоподъемника авто поднимаются и опускаются. То есть сейчас я держу, потому что она сбилась. Хотя вот они. Опустилась она, тут же поднялась. Также этот опустился. Тут же поднялся. Итак, все 4. Это пока все фишки Джиллиан Гранта, которые я нашел еще. А, еще классная фишка с вентилятором. Вот, сейчас я вам покажу. К примеру, у нас сейчас сделаем на себя и на всю. К примеру, вы едете по трассе либо в городе и пользуетесь омывайкой. Вот, включено типа, что с улицы берет воздух. Я сейчас омывайкой брызгаю. И включилось, если вы слышите, усилился звук. И включилась циркуляция по салону. То есть запах омывайки в салон не поступил. Вот сейчас обратно она переключилась. Вот, слушайте, ветер как, ну, шумит. Вот. Видите, сразу по-другому стал шуметь. Как усилился. Это циркуляция по салону. Вот сейчас она перестанет сильно шуметь. Вот. Сейчас тише стала она шуметь. А как я понял, что это по салону начинает гонять? А вот, смотрите. Видите разницу? И вот разница. Так тише, так сильнее. И когда у тебя вонючая там незамерзайка, ты запах незамерзайки не чувствуешь. Расход.